Наставники шоу «Голос дети» представлены. В 2019 году судить музыкальные таланты будут знаменитые артисты российской эстрады. Неизменной в судейском кресле остается певица Пелагея. В новом сезоне ожидаются изменения в конкурсной программе, поэтому в феврале 2019 года перед зрителем предстанет обновленная версия проекта. Организаторы проекта «Голос дети» тщательно подходят к выбору наставников. Они учитывают не только их талант и популярность, но и желание зрителей для них важно. В 2019 году участники шоу выразили желание видеть в судейском кресле Сергея Шнурова и Оксимирона. Подобная воля вызвала огромное удивление и шок у ведущих прямого эфира, которые общались с ребятами, принимавшие участие в прошлых сезонах. В 2019 году судейский кресло займут певец Валерий Меладзе, эстрадная артистка Светлана Лобода и неизменной судьей будет Пелагея. Меладзе будет не впервые участвовать в шоу. Ранее он был тренером в последних нескольких сезонах, однако никто из его команды не становился победителем. Возможно, в новом сезоне все изменится. Светлана Лобода будет выступать в роли наставника второй раз. Впервые она попробовала себя в роли судьи в украинской версии проекта, поэтому участие в шестом сезоне «Голос дети» нельзя назвать дебютом. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!